26 февраля в конференц-зале бизнес-центра «Столичный» состоялось консультационное занятие на тему «Международное право и законотворческий процесс в государстве с непризнанным статусом», которое было организовано Советом адвокатов Донецкой Народной Республики. В мероприятии приняли участие члены Комитета Народного Совета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР, депутаты Народного Совета от фракции «Свободный Донбасс». Консультацию провел председатель Совета адвокатов ДНР Алексей Жигулин. Мы знаем, что наше право на самоопределение было реализовано в этих двух точках, связано было с референдумом. Прочитайте еще раз вопрос, который выносился на этот референдум. И у нас была реализована власть 2 ноября 2014 года. Таким образом, право на самоопределение на этой территории, можно констатировать, было реализовано. После этого, в юридическом смысле, по-разному называют, гражданская война у нас происходит, вооруженный конфликт, но в юридическом смысле произошло столкновение двух принципов международного права. Они, по сути, равны, эти принципы, но имеют колоссальное противоречие. И, по сути, все войны, которые происходят на Земле, большинство войн сейчас, которые происходят на Земле, они связаны именно с тем, что международное право довольно уже устарело и не имеет конкретизации, не имеет четкой детализации относительно вот этих двух принципов. Принцип права на самоопределение, первая статья Устава ООН, и принцип защиты территориальной целостности. Вторая статья Устава Организации Объединенных Наций. Цель занятия была направлена на рассмотрение и детальный юридический анализ вопросов международно-правового признания государств, образовавшихся в результате реализации прав на самоопределение. Дмитрий Зиньковский, Вячеслав Богачук, специально для Новороссия ТВ.